Здравствуйте, мои чанечки! Сегодня я шеф-повар от кухни. И что мы будем сегодня сделать, это кей-попс. А для кей-попс мы два другие бисквитки. Скажи, что такое кей-попс. Люди, может, не знают, что такое. А, да, что кей-попс. Я сейчас вам расскажу, что кей-попс. Кей-попс – это бисквит на пальчик. Не пальчик, а на такую вещь. На палочке. На палочке. Как петушок на палочке, да. Только печенька на да. палочке. Это такой кубик. Да. Такой шарик. Шарик на палочке. На палочке. Мы сделаем сегодня два разных бисквита. Один шоколадный бисквит и один лимонный бисквит. Я сейчас вам покажу, что нам понадобится. Точно ингредиенты вы можете видеть под видео. Так, инфобоксы. Так, начинаем лимонный бисквит. Я сейчас буду все ингредиенты размешать. И как вам надо это сделать, сейчас я вам покажу. Да. Сейчас мы будем наше масло и сахар размешать, да? Масло и сахар. Так, сюда. Ой, и сахар. Так, сейчас я возьму наш миксер. Мама сейчас Instagram Live сделает. И я сюда сделаю и на первый пальчик на один. Потому что когда вы на самый большой царь сделаете, как это царь? На высокую скорость. Вот, скорость, тогда, на первую скорость. Тогда все бум сделает, да? Да. И будет у нас кухня что? Свина. Чуть еще размешаю. Тогда я яички делаю. Смотрите, сейчас. Знаете, когда вы так думаете, о, почему здесь все, вы возьмите, сейчас возьму, такое, так сделайте. Я каждый раз так сделаю. Я не знаю, я единственная, но я не думаю, что я единственная. Ты единственная, все да? девочки так делают, да-да. Да, окей. Так, сейчас яичко сюда добавила. Чуть-чуть размешаем. Сейчас надо муку и крахмал, я уже знаю, сюда добавить. Сейчас ванильный сахар тоже добавлю и чуть-чуть соль. Еще чуть-чуть соль. И тогда я могу тоже чуть-чуть так сделать, размешать. Но не размешать, да? Еще надо нам наш разрыхлитель. Это не разрыхлитель сейчас, это крахмал. А, это крахмал. Тоже надо цитрон добавить. Ой. Я сейчас его, чтоб кожа не кушали, и сок от его. Кожа вы так стелите. Ну, осторожно, да? А когда вы маленькие, тогда, пожалуйста, ваши... Кто? Большие люди. Что большие люди у вас? Я сама маленький, но не надо меня большие люди. Сейчас я жарежу наши цитрон. Что ты сделаешь сейчас? Жарежу наши цитрон. Не зарежу ее, разрежу. Разрежу наши цитрон. Люди испугаются и пойдут тоже все зарезывать цитроны. Прежде чем разрежем наш цитрон, мы так сделаем, да. Чтобы завтрака было. Чтобы он был сочнее. Сочнее. Лимонный тесто сейчас готовит. Сейчас мы будем делать наш шоколадный бисквит. Лимонный бисквит я сделала сахар и масло, а здесь буду делать сахар и яички. А почему? Потому что я и мама хотели смотреть, как будет. Мама сказала, вначале
сделай яички и сахар, я сказала. А это не так, я думала, это надо быть сахар и масло. Она сказала, окей, первый ты сделаешь масло и сахар, и тогда я тебе покажу, почему это не так хорошо. И почему это не так хорошо, потому что когда я это размешала, тогда так маленькие стручки там были, и это не так хорошо было. Это потому что я сейчас буду смотреть, как будет яичком и сахар. Да, начинаем. Так. Сахар я добавлю, а яички тоже буду добавлять. Так, смотрите. А, и чтобы не забила, и можете сразу тоже ванильный сахар. И начинаю сейчас миксовать. Вот так надо яйца бить, чтобы такой чуть-чуть флюфлих. Да, воздушный. Воздушный был. Сейчас добавим молоко. Нашу муку возьмем. Если хотел, добавим. И так размешаем. Чуть-чуть-чуть-чуть. Добавим. Так. Сейчас мы добавим крахмал. Так, какао. Осторожно, Валентинес. Мы чуть-чуть так размешаем. Наше масло. Какао – это целое тесто тяжелый. И это потому, что мы наше молоко добавили. Чтобы тесто не было так тяжело. Моя форма это 20 сантиметров, чтобы вы знали. Я сделала по пол порции, один, и это 2-1 порция. Это половина-половина, да. Сейчас я положу мои тесты. Так, засуну. Засуну. Так. Ставим. Ставим. Наше тесто, все. И это для 25 или 30 минут. 25 минут. Ждем! Бисквит сейчас готов, и я сейчас его забираю от печки. Достаю из печки. Достаю от печки. Ой. Так, это мой лимонный бисквит, это мой шоколадный. Шоколадный слишком очень хорошо выходит. Тебе тоже? Да. Это я тебе эту давай. Да? Очень хороший, да? Еще? Давай. Вау. Наши два бисквита уже холодные стали, и сейчас я сделаю для моей бисквити ганаш. Ганаш, да? Ганаш это французский крем, да. Почему ганаш? Потому что мы сейчас это будем маленький сделать, и тогда будем ганаш туда наливать, чтобы это было так, как будто кнет-масса. Как это кнет-масса? Пластилин. Как будто это будет пластилин, чтобы мы могли сделать наши вещи такие, знаете, шарики, да, чтобы мы наши шарики можно сделать. Угу. Так, для ганаша нам понадобится жирный сливка, нам понадобится черный шоколад 200 грамм, да, и для лимонный бисквит 200 грамм белый шоколад. Да? Сейчас мы будем делать наш ганаш. Так, 2 штуки такие вещи.
кастрюли. Кастрюли? Для каждого отдельный бисквит. Конечно, будем сеять, и там будем сливать для каждого один сеять. Да. Наливаем наши слива. Подогреем наши. Когда блюп-блюп сделать, тогда хорошо. Я уже ломала мой лимонный бисквит, да? И это потому, что я с ним начинаю. Так, просто маленькие сделайте, такие маленькие штучки вы сделайте. Мы первый слива подогреем, и когда слива готова, мы нальем шоколад. Будет растопленный шоколад. Сливки готовы, заливаем. Сейчас нам надо 2-3 минут ждать, а потом мы можем помешать. Пока остывает, я быстро сделаю мой шоколадный бисквит. Так. Сейчас надо нам наши сливки и шоколад хорошо размешать. Наш ганаш будет прекрасно. Наш ганаш готов. Это мы возьмем наш бисквит, что мы покнитывали, что мы измельчили. Измельчили. И туда влим ганаш. Смотрите. Все-все. Так возьму, ну руки первый мыть, да? Я тоже мыла, я хорошая девочка. И сейчас я буду мои круглые шарики сделаю. Для этого у меня порционный ножка, чтобы меня легко стало круглые шарики сделать. Да. Формировать. Игорь. Okay. Так, можно большие сделать. Я думаю, что я сделаю так большие и маленькие. Я люблю большие. Возьмите и жмякайте. А почему жмякать так? Потому что он еще холодно. И наше тесто надо нашу температуру возьмить, чтобы мы могли его хорошо круглый сделать. Тогда просто жмякайте чуть-чуть. И когда вы думаете, да, хорошо, чувствуете, что тесто топлый пошел, тогда вы просто можете возьмить, так чуть-чуть сделать круглый и... Знаете, что мне тоже уже не так понравилось вообще? Я мама сказала уже, я сейчас вам тоже буду сказать. Знаете, мама сделает помощь для маленьких ютубер. Я же тоже маленький ютубер. Она всем поможет, а своей дочери нет. Это вообще не идет так. Почему я же тебя всегда рекламирую? Надо, когда видео больше ended, как это? А ты хочешь, чтобы я тебя сзади в проролле тоже ставила? Да. Ой, господи. Тебя Дяночки будут все рекламировать. Я не так талантливая, как мама, но я тоже сделаю. Скажи, я еще не волшебник? Я не волшебник. Ну, я учусь, да. Молодец ты моя. Thank you.
они выглядят? Уже все красивые очень. Сначала вы возьмите такой палкой, засунете шоколад чуть-чуть, тогда вы возьмите ваши круглые кейк-поп, туда засунете, вы, и так стоит для 1 минут, чтобы чуть-чуть фест, как это фест? Схватился. Чтобы он схватился. Схватился. Я тоже попробую один шоколад. Мои кей-попы готовы. И когда вам понравился мой рецепт, тогда ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я вам всего хорошего желаю и чтоб вы были здоровы. Люблю вас всех. До следующей встречи. Пока!